тебе, это тебе. Мама, мама, мама. Мое. Все. Там все поймал. Все мое, поле мое. Мазя. Арина, сделай вот так два шарика на глаза, вот так, как будто у тебя такие большие глаза. Ну, только чтобы они сверкали. И сама закрой глаза. Ну, сначала ударь их. Не, ну не себя, а пол. А пол ударь. Ага. Давай, и теперь глазам. Только за глаз закрой. И на меня смотри. Дай ко мне. Можно я сделаю глазки от себя, Аришка? Нет. Ну, пусть Варя тоже сделает. Я сделала такие большие себе светящиеся глаза. Нет. Я сама буду. Значит, не видно. Ну, не светится. У тебя, Мерзлачик, это будет нос такой, да? Один глаз? У меня два! А у меня один глаз. Ты циклоп, да? Светлой дуть. Пупы. Банки. Не один. А мне ты бей. Ну, Жарик, нельзя. Тебя один. А моя. Пошли глазики мои. Где они, глазики? Вот они, глазики. Жарик, Кришна, Жарик, Кришна. Маша, ты это письмаш? Угу. Я синяя письмаш. Я поняла, да. Ты это письмаш? Угу. Мама опит. Папа опит. Нет, такой опит. Жизнь эту. На. Чуть-чуть поиграли. Ну смотри, картинки там есть. Лего. Где Лего? Лего показать? Да. Лего показать. Давай покажем. Там целый журнал Лего. Смотри, сколько картинок. На. А что это Лего? Лего, вот. Где? Ну вот они, картинки. Как собирать Лего? Как Лего собирать. Ты знаешь, что такое Лего? Да. Ты конструктор. Ну вот. Ну вот. Смотри, картинки какие есть там для мальчиков, для девочек. Нет, острый вот есть эти. Да. Острый. Да. Это же все такие. Еще на мой, а ты у девочки. Покажи еще, какие там есть. Должен на мальчик, а ты тоже мальчик, а ты тоже мой мальчик. Ты покажи картинки еще, какие там есть. Вот он, и это еще. А вот еще. Еще робот я нашел. Вот. Смотри. Ну, шарики. Что? Вот еще робот. Да, еще робот. Много робота? Да, много робота. А это тоже? Тоже, да. Все робота? Тоже. Да. Качем еще. А вот это у него... Овощ? Да, овощи. А что это у него? Конечно, няня. Не знаю. Это тоже робот? Нет, ты листай робот. Еще, покажи другие картинки ему. Сесть. И смотри, глазки закрывай, и все. Сейчас она перевернет, а ты пока глаза закрывай.
чего? Роботы. Крашка игрова же. Крашка игрова. Крашка игра. Это один дядя Вовка. Крашка игрова же. Крашка игрова. Крашка игрова. Давай быстрее, он уже не может с закрытыми глазами сидеть. А это один дядя Вовка. Вот. Что это? Это кошка. Кошка. Какая кошка? Белая. Да. Ой, можно сейчас снять? Нет, холодно. Погоди мне день дяди Вовка. Что? Погоди мне там нарисованного день дяди Вовка. На. На окне. Ой, кто это? Дядя. Какой он? Ну что, вот шать. Он страшный еще? Да. Да. Пойдем искать. Он гулет меня. Пишать еще. И кушает. Пойдем, 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 пойдем. Он идет. Ку-ку. Ариш, ку-ку. Что? Ку-ку. Ку-ку. Я вас вижу. Пойдем. Это просто он дядя на картинке. На картинке. Он говорит, что это дядя на картинке просто. Это не страшно. Это не демон. Это не демон. Кто это? Змея! Это гусеница? Да, гусеница. Я нашел! Это! Кто? Я ищу. Улитка! Улитка! Молодец! Я улитка! Так, кто еще? А это кто? Гусеница. Гусеница. Кто еще? Это тоже гусеница. Ну да. Я буду в туалет. Папе в туалет. Не, давай здесь, папа сейчас. Улитка! Это мы уже догадали, да? Улитка. Кто еще? Машинка! Мирославчик, ты согласен? Да. Правильно. Смотри! А на нем кто сидит? Денис Няну. Ну, подумай. А, бокалон. Кузнечик? Да, кузнечик. Или саранча? Саранча. О! Я шел. Кто это? А не знаю. И я не знаю. Ну, кузнечик? Это не кузнечик, пока он. Ну, ладно. Так, это кто? Это мартышка. Какая мартышка? Это ящерица. Башенька! Нет, это ящерица. Смотрите, она какая длинная. С хвостом таким. Не признали ящерицу? Это Бузенка. Ну ладно. Еще улитка. Да. Так, это кто? Я не знаю. Это улитка сбрасывает свою кожу. Ой, кожу. Я шел. Так, это кто? Смотри, Маш, смотри. Угу. Да. Нет, это маленькая. Это ягодка какая-то. Да. Так, это кто? Я не знаю. Голова бабочки. Это кто? Это вы знаете. Щелка! Мирославчик, ты согласен? Щелка! Ты согласен? Да. Что, кто это? Щелка. Угу. Так это кто? Это щелк. Нет. Может, это змея? На букву С. На букву С. Стрекоза. Стрекоза. Да, гриша! Так, ой. Это кто? Бабочка! Бабочка. Угу. А. Павук! Сладчик, согласен? Павук. Павук! Ты согласен? Это тоже бабочка. Ну, Сладчик, согласен, что это паук? Да. Угу. Бабочка еще! Правильно. Так, все отгадали? Да.
Давай дальше. Смотри, Маш. Так, это кто? Я не сняну. Букву Ж. Я не сняну. Жук. Жук. Давай дальше. Так, это кто? Это змей, Маш. Угу. Слачик, а ты как думаешь? Змей. Везде? Еще змей. Угу, везде змей. Змей. Угу. Еще змей. Угу. Два змея. Все угу. Змея. Хорошо. Ой, я не думала. Давай дальше. О, смотри. Да там угадывать надо что-то. Так, давай здесь. Какие животные есть? Где жираф? Мислач, покажи, где жираф здесь? Бери пальчики, Ариш. Вот она. Правильно, Мирослав, где жираф? Вот она. Правильно. Мирослав, сейчас бери Мирославчика спрашиваю. Мирославчик, где акула? Ты пожалуйста, пусть Мирославчик отгадывает. Мирославчик, где акула? Акула. Правильно. Ну, это Мирославчик отгадывал. Нет, это акула. Хорошо, где носорог? Это акула. Носорог. На зебона. Да щечки у него такие красные. Да, на зебона. Хорошо, где носорог? Я не знаю. Ну посмотрите, здесь мало. Вот он. Правильно. Где бегемот? Да, где бегемот? Ну вот он. Молодец. Где аист? Не знаю. Ну ищите, птичка эта. Кукушка. Угу. Аист. Где аист? Наверху посмотрите. Где? Наверху картинки. Вот он. Правильно. Согласен, Мирославчик? Да. Это кто? Это... Я не знаю. Осел. 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 Где заяц? Смотри. Угу. Где заяц? Кто это? Крокодил. Где заяц здесь? Вот он. Ну, правильно, но нам на этой картинке надо. Вот она. Правильно. Где мальчик? Вот она. Там бабушка. Это бабушка? Правильно. Где мышка? Мирославчик, ищи быстрее. Мирославчик, давай, сейчас Мирославчик пусть гадает. Хорошо. Мирославчик, где? Где? Вот. Правильно. А где камыш? Камыш. Мышка. Камыш. Растение, камыш, где? В болоте, посмотри. Там видишь, лягушка? Вот, камыш. Видишь, там лягушка? Вот, я камыш спрашивала. Так, Мирославчик, где цветочки? Видишь, там лягушка. Видишь, лягушка? Да. Мирославчик, где цветочки? Вот они. Правильно. Так, здесь. Вот тут? Да, кто это? Смотри! Какие-то мелкие рисунки, ладно, давай. Смотри, Маш! А, где розовый фламинго, Мирослав? Два. Да, два розовых фламинго, правильно? Розовый фламинго? Вот это. Где еще один? Давай дальше. Мальчик. Где еще один мальчик? Мальчик, не знаю. Я сейчас его найду. Давай. Вот это. Вот это мальчик, видишь там мальчик? Мальчик. Давай дальше. Так, кто это? Вот это на этой картинке. Крокодил. Правильно, Мирославчик. Вот по порядку прям смотрите, кто это. Нет, это пчелка. Это мальчик. Кого ты, Мирославчик, еще кого видишь? Это кто? Где? Это кто? Это пазл. А у нас еще есть пазл. На картинке посмотри, кто нарисован. Вот, например, вот это кто? Мальчик. Дядя? Да. Угу. Это что? Это колесо. Тележка? Да, тележка. Угу. А это? А это стрелка. Сковородка? Да. Угу. Так, дальше что у нас есть? Я еще, Маш, мячик. Боже. Ну все, отдохните, а то вы, у вас уже устали вы, наверное, да? Да.